Вооружившись мешками и перчатками, волонтеры и жители городского округа Щелково вышли на борьбу с мусором. Мы тоже присоединились к акции «Вода России». Она традиционная и в этот раз проходит на Большом Медвежьем озере. Водоем пользуется популярностью среди местных жителей. Здесь можно отдохнуть и порыбачить. Однако из-за большого количества людей скапливается много мусора, который отдыхающие не всегда убирают за собой. В этот раз экоактивисты собрали 50 мешков с бытовыми отходами – пластиком, металлом и стеклом. Был бы за, чтобы вот было везде чисто, особенно наше озеро. Тут мы гуляем, отдыхаем, купаемся. Это же некрасиво, вот каждый раз приходить сюда, и везде все грязно. Также это нужно же уважать свой и чужой труд, а люди этого не понимают. Всероссийская акция «Вода России» четвертый год и второй раз за лето собирает десятки неравнодушных жителей. К акции присоединились представители администрации, сотрудники предприятий, физкультурно-спортивного клуба «Медвежьи озера», Центра творческого развития и гуманитарного образования «Романтик». Первая акция была на ручье Панери, прямо в городе Щелково. Там мы собрали силами волонтеров, ну, в общем, порядка 8 кубов мусора, наверное, где-то так. Там тоже очень популярное такое место, почему-то люди любят там мусорить. Не знаю почему, для меня загадка. Вот. Вот сегодняшняя акция собрала побольше народу. В этом году Медвежье озеро также ждет санитарная очистка. По итогам голосования жителей на портале «Добродел» водоем вошел в программу губернатора «100 прудов и озер». Евгения Корытько, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.